На сцене Гострамтеатра Южной Осетии имени Коста Хитагурова состоялась премьера исторической драмы «Борис Годунов» по одноименной пьесе Пушкина в постановке режиссера Тамерлана Дзуцева. Действо на сцене длится более 3 часов, но игра артистов увлекает так, что уже существуешь вне временных категорий. Наблюдая за историей, разворачивающейся столетия назад, в одном из величайших произведений Пушкина отражены действия Бориса Годунова ради власти, убившего последнего сына Ивана Грозного, 7-летнего Дмитрия. В чем и заключается главная трагедия Годунова. На нем кровь невинного ребенка. Главную роль исполнил народный артист Южной Осетии Артур Гаглоев. В спектакле задействована большая часть артистов нашего театра, в том числе и выпускники факультета актерского мастерства, художник по костюмам, дизайнер Хох Бекоев. В спектакле ярко показан образ Лжедмитрия I. Многие думали, в том числе и сам Годунов, что в свое время Дмитрий не был убит и сейчас пришел, чтобы отомстить. Ey gaştagaktak argon eme mada Vızıştı şıhdak götür bindar delba Dettindin o meyze Hoş gelektin vet Şıhdak ignatik Kural avoy Enden javon kevet Vet me ol Dar da ud edin bakştay Patsah efert Vel argon farne gürts Efşun kenenne Hat te hat fekawe Dunéra s ne nedvejegenem, de pöttekten te kongenekste, abem, de fentteden, el mest hasszalmas. Amen! Театралы отметили хорошую игру артистов, уделив особое внимание техническим моментам, декорациям и костюмам, позволившим с достоверностью окунуться в прошлое с его жестокими нравами. Я люблю классические постановки. Это произведение «Борис Годунов» по пьесе Пушкина мне очень понравилось именно тем, что это классическая постановка. И несмотря на то, что, я бы сказала, она такая темная и мрачная, все-таки подкупает очень игра актеров, подкупают декорации, подкупают и красивые костюмы. И, знаете, такое чувство, как будто ты забываешь, что ты в театре. Спектакль мне очень понравился. Можно даже сказать, что многое, что мы проходили по школьной программе, я уже забыла, но когда посмотрела этот спектакль, то я все вспомнила, и они отлично передали атмосферу 16 века, и, в общем, все молодцы. Костюм та вообще тень шемидисонаста история зона кашемея бомбороща. Главным критерием успеха постановки стали, разумеется, зрительские овации. Идея воплощена, зритель доволен. Эльвира Дебилова, Алена Утаева, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.